Декоративное покрытие с флоками Farbitex Profi – это надежное, износостойкое и красивое покрытие, идеально подходящее для общественных помещений, поликлиник, детских садов, офисов, а также отделки домов и квартир. Совершенно безопасный, экологически чистый и современный материал. Инструменты. Валик, кисть. Для нанесения декоративного покрытия с флоками поверхность должна быть без видимых дефектов, зашпатлевана и обработана грунтом глубокого проникновения торговых марок Тициана, Farbitex Profi или Farbitex. Время высыхания 6-8 часов. Расход грунта 120-150 мл на квадратный метр. Перед нанесением декоративного покрытия с флоками необходимо окрасить стену грунтовкой под декоративное покрытие с флоками, предварительно заколированную в цвет финишного покрытия, согласно цветовой карте. При этом цвет грунта должен быть максимально приближен по цвету и тональности к цвету финишного слоя. Грунт под декоративное покрытие с флоками представляет собой высокоукрывистую водно-дисперсионную краску и содержит в своем составе откалиброванный кварцевый песок. Перед нанесением грунт необходимо тщательно перемешать дрелью с насадкой миксер. Наносить грунтовку следует средневорсовым валиком, стремясь максимально равномерно распределить песок по окрашиваемой поверхности. Как правило, грунт наносится в один слой. При цветовой неоднородности подложки возможно нанесение второго слоя, но не ранее, чем через 4 часа. Расход грунта при однослойном покрытии составляет 200-250 мл на квадратный метр. Время высыхания 4-6 часов. После полного высыхания грунт краски наносится декоративное покрытие с флоками Farbitex Profi. Перед применением краску необходимо тщательно перемешать, в случае необходимости разбавить небольшим количеством чистой воды от 3 до 10%. Перед нанесением малярный валик со средней длиной ворса 8-10 мм необходимо пропитать материалом. Для этого обмакиваем валик в покрытие и раскатываем на листе ДВП или гипсокартона. Только после этого можно приступать к окрашиванию обрабатываемой поверхности. Наносится покрытие максимально равномерным тонким слоем по сырому краю на всю окрашиваемую поверхность от угла до угла. В противном случае на поверхности образуются видимые стыки. Визуально определить равномерность нанесения позволят более темные частички, входящие в состав покрытия. Приблизительно через 10 минут после нанесения мы рекомендуем пригладить поверхность мягкой, широкой кистью для сглаживания рельефа, образовавшегося на поверхности после нанесения валиком. Расход декоративного покрытия с флоками зависит от степени его разведения и способа нанесения. В нашем случае расход составил 320 мл на квадратный метр. Время высыхания зависит от температуры и влажности в помещении. Часто составляет в среднем 4 часа. Покрытие может подвергаться легкой влажной уборке, но не ранее, чем через 2-3 недели. Данное покрытие прекрасно сочетается с любым интерьером, а также делает абсолютно незаметным мелкие неровности и сколы. Большой выбор цветов, сочетающихся друг с другом, открывают бесконечный простор для творчества.